В январе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50% выросло количество ДТП с маршрутными транспортными средствами. В связи с этим госавтоинспекция области проводит профилактическое мероприятие «Автобус». Проверке подвергаются все маршрутки, автобусы и троллейбусы. В январе 2014 года на территории Миасского городского округа было увеличение количества ДТП, связанных с водителем маршрутных транспортных средств. Их было 2 ДТП. В том числе на территории Челябинской области было увеличение на 50% этих самых же ДТП. В связи с этим руководством управления ГИБДД было принято решение о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», целью которого будет выявление нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспортного средства. Это будет проходить таким образом. На территории, значит, Миасского городского округа будут расставлены дорожно-патрульная служба наша, значит, на всех перекрестках и остановках общественных транспортных средств. Будут проверяться все маршрутные транспортные средства, документация их, в том числе, значит, будут проверяться водители, которые не уплатили вовремя штраф. Значит, у нас в этом году было ДТП, связанное с смертью, да, это автодорога, ведущая у нас в Охран России, в поселок Озерный, да, у нас там водитель. Вот там должностное лицо было привлечено к административной ответственности за неудовлетворительное содержание автодороги.